Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Галина. Сегодня 25 апреля. И я приглашаю вас в Криворожский ботанический сад посмотреть, что сейчас интересного цветет в ботаническом саду. Ботанический сад находится недалеко от моего дома, и мне добираться до него полчаса на маршрутке. Криворожский ботанический сад очень молодой. В этом году ему исполняется 30 лет. В нем всегда очень много посетителей, которые съезжаются со всего нашего большого города и с окрестных городов. Недавно в ботаническом саду посадили аллею сакур. В прошлом году мне не удалось увидеть это красивое зрелище, а в этом году я решила его не пропустить. Людей, конечно, было очень много, и приходилось долго ждать и выбирать моменты, когда людей было поменьше, чтобы сделать съемки. А еще сейчас в ботаническом саду цветут магнолии. Они еще тоже молодые. Я недавно видела видео из Южной Кореи. Там эти деревья магнолий очень огромные. У нас два вида магнолий в ботаническом саду – светло-розовые и малиновые. Но, как видите, они еще очень молодые. На этой поляне было очень много людей, которые фотографировались с этими прекрасными, красивыми растениями. Спасибо всем, кто прогулялся вместе со мной по весеннему ботаническому саду. Я планирую купить абонемент на посещение ботанического сада и ходить в него каждые 2 недели, потому что все очень быстро меняется. Одни растения зацветают, другие отцветают. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всего доброго, до скорых встреч. Спасибо, что вы со мной.